Кухня ЖКХ. Взрыв газа в подмосковном Ногинске в очередной раз показал, что наш дом не на 100% крепость. Предотвратить какие-то из подобных случаев, разрушение, порчу имущества, вполне в наших силах. Есть службы, которые следят за состоянием газопроводов и вентиляции. Правда, мы сами иногда закрываем дверь перед ними. Кого нужно пускать к себе в дом и как защититься от мошенников, обсуждаем с гендиректором управляющей компании «Актив Комфорт» Максимом Маньковым. В рамках действующего законодательства есть обязанность для собственников и нанимателей жилых помещений о предоставлении доступа в жилое помещение сотрудникам управляющей компании или ресурсоснабжающим организации, в том числе для контрольного съема показаний приборов учета, не чаще, чем один раз в 3 месяца. Предоставляется доступ для осмотра общего имущества, которое проходит через жилые помещения. Управляющей компании осуществляется осмотр вентиляционных каналов. Сотрудники управляющей компании приходят и замеряют тягу в вентканале. Работает вентиляция или не работает. И это осуществляется в том числе перед каждым отопительным сезоном. Максим, вы не сказали ничего про газовые службы, а ведь от их имени чаще всего, кстати, развешиваются объявления о том, что нужно пустить к себе в квартиру кого-то. Газовое оборудование, которое находится в жилом помещении, это газовая плита, газовая колонка, осматривает специализированная организация, с которой у жителя заключен отдельный договор, потому что это не общее имущество. Всем другим, в принципе-то, им там уже делать нечего, просто навязывают услуги. Давайте тогда почитаем, кто сколько раз к нам приходит, и расскажем, что делать с остальными. Не менее 3 раз в год производится осмотр вентиляционных каналов. Плюс еще к вам приходят те люди, которые как раз-таки смотрят утечку газа, осматривают газовые плиты или колонки, как минимум 1 раз в год. Получается, что 4 раза в год к вам приходят люди именно в рамках законодательства осуществлять вот эти вот услуги. Совет такой: если к вам кто-то пришел, требуете удостоверения, да, интересуетесь, с какой целью он вообще пришел и что он будет осматривать. Позвоните в свою управляющую компанию. Управляющая компания всегда предоставит сведения о фамилиях тех людей, кто к вам пришел по специализированной организации газовой, с кем у вас заключен договор, вот с теми лицами и сотрудничайте, узнавайте. Максим, а что будет, если мы не пустим человека в дом? Управляющая компания может запросто выйти в суд. У нас такие случаи были, потому что это нарушение требований действующего законодательства, и управляющая компания здесь может быть сильно наказана. Если вентканал неисправен, есть газовое оборудование, нередкий случай, когда просто угарным газом люди отравляют там целыми семьями. А если у вас не получается в назначенное время быть дома, специалисты советуют созвониться с организацией, которая проводит осмотр, и назначить более удобное время. Чаще всего жильцам идут навстречу. Кухня ЖКХ.